Так, ну что, продолжаем. 40-й ход. Этот не успевает. Значит, здесь, либо нужно будет подойти забрать, либо построить форпост. Я так и не понял. Сейчас проверим этим потом сколько. Так, вроде бы все ходы сделаны. Делаем 40-й ход. Открытые границы, Алиберг. Фиг тебе. Не хочу. Никаких открытых границ. Мы тебя тоже будем бить. Чтоб тут там какие-то открытые границы. Дай бог. Так, что у нас? Что у нас дальше? Отказаться. Все. Не хочу. Смотрим, что здесь. Это имеет смысл только в том случае, если будет победа магическая. Тут у нас что? Ваши воины дополнительно восстанавливают единицы здоровья за ход, когда находится в дружных с... Хорошая штука, пригодится. Так, я дороги строить умею. Умею строить дороги. Да, лечиться. Лечиться нужно. Дело хорошее. Монетный двор построили. Кстати, у меня можно дополнительный город? Где тут дополнительный город был? Вот он. 500 авторитета. Стройки сделаем потом. Меня сейчас интересует вот эта часть. Сбегать сюда и забрать. Смогу забрать? Не, не могу забрать. Блин, придется строить. Придется строить форпост. А это не есть гуд. Строить форпост — это не есть гуд. Ладно. Так, этот растет. Значит, этот будет расти сюда и в море. Этот будет расти. А что делать? Сюда куда-нибудь налево. Что у нас здесь строится? Лавка. Ферма есть, все есть. После лавки мы построим городской центр. Он нужен. Он нам пригодится. Ну и рынок. Для рынка мне нужна вторая ферма. Для рынка мне нужна вторая ферма. Так, мне нужна ферма, чтобы все росло и было хорошо. Ферма, 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 ферма. Ферму поставить. Так, ферма есть. Дальше поедем. Здесь мы будем строить центр, рынок, городской центр, бар. Расти, что ли? Нет, ну тут плюс 103, нормально он растет. Значит, деньги, мана, деньги, мана, деньги, деньги. Часовное такое. Потом, что у нас дальше? Ага. Плюс 30, минус 4. Ну, пока живем. Гильдия купцов, 4 уровень. Деньги. Мне нужны сейчас деньги. В первую очередь. Гильдия купцов.
рубцов. 8 ходов. Но она и так усилена, и все равно 8 ходов. Так, нет, давай мы построим по-быстренькому что-нибудь на строительство. Что у меня тут на строительство есть? 5 ходов. 5 и 8. Проживем, надеюсь. Блин, надо это дело делать. Так, поехали разбираться здесь. Так, армия. Кто? Ты не полная армия. Ты кто? Ты герой. Герой нужен. Так, хорошо. Ты у нас в армию идешь вот в эту, если успеешь дойти. Так, и красивый пик. Что мы можем тебе предъявить? Блин, ничего мы тебе предъявить не можем, но я хочу тебя ухайдокать. Тем более, что походу у тебя всего лишь один город, вот этот. Надо найти добрых, добрые могут закончить победу, магической победы. Потом. Это плохой? Вот этот надо. Сильный, но и не слабый. Как ты, такие молодцы. И... Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Здесь на дорогу. Трим-трим. Идем. Так, тут. Начинаем расчищать вот эту хрень. Это кто? Так, армия. Вот что у нас. Трёшка, трёшка, двушка, двушка, один. Этот не повечен. Здесь хорошая армия. Здесь... Ну, нормально здесь должен быть ближнего боя. Здесь у нас ближнего боя. Ну, такая, нормально. Начнем потихонечку. Подгоняем пацанов вот сюда. Эй, Иза. Вот сюда. А... Герой у нас нападает вот на этого. Да, мы злые. Потерять-то не. Мы редкостные козлы, мы злые. Тем более, что там. Опаньки, и взяли жезл молнии. Так, посмотрим, что такое жезл. Жезл молнии. Урон по линии в 3 клетки. Ну, типа там, если вдруг чего пригодится. Так, тут Твин у нас добавился, иди сюда. Сейчас будем вот эту фигню исследовать. Но эту фигню исследовать надо. Надо дать ему живенького парня. Ты иди сюда. Ты иди сюда. Маркировочка. И можешь... Нет, не дошел. Не дошел. Чуть-чуть. Ну ладно. Так. Пока продвигаемся в эту сторону или в эту. Смотрим, кто у нас здесь. О, здесь крутышка. Здесь этот вот мифический рогатый бог. Будем его бить или нет? Не будем пока, потому что чтобы этого. Его успеем. Давайте вот эти. Почистим просто вот тут. Блин, не доходит. Ну ладно. Основные фишки сделали. Погнали дальше. Ля-ля, отказаться, иди нафиг. Мы не будем. Ракшадар. До встречи.
будет с ней воевать. Так, ой. Так, а вот она, собственно. Красотка. Что у нее за армия? А-а-а. Не то, чтобы пока слишком сильно сильная, но нормально. Так. Так. О, да я могу с ней воевать. Чего? А почему бы и нет? Этот один. Он у нас такой себе. Он у нас плохой, нормально. Так, эта девочка сильно агрессивная. Блин. Ну, ща, хорошо. Окей, девочка. Давай будем драться. Будем драться. Согласен. У нас как раз тут. Так. Кто у нас устроится? Скальп строится. Все нормально. Значит, этот герой должен пойти и врата исследовать. Да пофиг. Ух ты, ядрёна мать. Это что-то. Представь, что здесь дест-эффект. Первая волна. Через два хода появляется новая волна обороняющих. Вторая волна. Третья волна. Это... А... Так. Я, конечно, попробую. Но, блин. Жестоко. Нет, чисто так. Ну, чисто попробую. Ах, о, а, ну, да, конечно. Мы умрем. Да, мы умрем. Причем мы умрем конкретно, поэтому рано сюда. Сюда мы придем с пятыми и шестыми уровнями. Да, мы с пятыми, шестыми уровнями придем. Иначе ерунда какая-то. Нет, не хочу. Еще сохранять. Да. Так, а где-то тут стоял плохой. А куда он делся? Погнали отсюда. Что-то я не в ту сторону погнал. Ну ладно. Что-то я не в ту сторону. Так, я не в ту сторону погнал. Я хотел его сюда гнать. Или все-таки построить здесь... Сколько у меня там? 17 ходов. Нет, не успею. Построить. Герой. Войну в две стороны. Ну, потенциально можно выиграть. Войну в две. Здесь еще армию добавить. Так, это не то, пардонте. Тут мы построим кого? Блин, ну нет четвертого уровня. Скальд. Что у нас здесь? Скальд. Два лучника. Тут, в принципе, 3-3. Скальд. Два лучника. Защита. Ну, тут такое себе. Что у нас? Давайте готовить ему армию. Ему нужен ближнего боя защитник какой-нибудь. Но ничего кроме воителя нет. Надо построиться быстро. Два воителя.
Дальше пироманты, фурии, ранги, ля-ля, тополя. Гончие. Гончие. Вот так вот будем строить. Блин, золота мало. Надо золото. Что здесь? Рынок. Соединить. Две фермы есть. После этого мы цех построим. Ферма есть. Маны нам пока не надо. Амбар. Площадка воинских обрядов. Городской центр нам нужен. После этого. Так, из воинов. Что он тут может строить? Ничего не может строить, и у нас золото закончилось. Блин, как всегда. Как только нужна поймушка, все дела, золото заканчивается. Вот. Вот так вот. Так, ты стой сюда. Ты стой здесь. Тебе полечиться надо. Сюда пойти. Как-то так. Слушай, а может мы здесь построим? Нам нужно будет зона, где лечиться. Значит, надо будет построить вот это вот здесь форпост, чтобы можно было откатываться назад и лечиться. Да, так и сделаем. Ладно. Давайте разведочка. Что у нас тут? Что-то еще тут интересное. Так, мы идем драться. С вот этой... с этой нехорошей девочкой. Так, ты что, какая война? Иди сюда. Она сейчас будет с этим драться, а мы ее сбоку нападем. Ага. Сделаем ей приятно. Я с тобой ничем. Вот эти вот добрые, они выигрывают победой магической. Они начинают быстро там качать исследования и, ну, в общем, короче, их тоже гасить надо. Всех надо бить. Всех надо бить. Так, сердце пирующего. Что такое сердце пирующего? Это вы уже. К боевому духу. Стоимость заклинания 0. Это трансформация. Это трансформация. 50% боевому духу. Да. Кроты теперь вообще. О, какие красавчики. Так, дальше. Знак невезения. Базовые атаки воинов применяют эффект невезения. Так, сердце крующего мы делали. Сбор ополчения. Вызывает воина, клинки краевой ярости. Так, это хорошая штука. И это хорошая штука. Давай вот это. У нас много лучников, поэтому все хорошо. Так, отлично, построили. Культопия построила. Провинция, то он тут начинает козлить. Так, что нам нужно? Нам нужно деньги. Деньги. Рынок. Блин, на рынке есть. Рынок построим. После рынка будем... Так, тут у нас все хорошо. После рынка будем строить амбар. Лесопилки. Я не понял. У меня тут нет лесопилок. Прикольно. А, ну амбар нужен будет, конечно. Хотя, нет. Не амбар. Понятный двор. Три фермы. Еще одну ферму потом он будет построить. Как-то так. Денег нет, но вы держитесь. А мы такие, ну да, конечно. Выбрать, ну, мы же выбрали. А, нет, не выбрали. Так. Что мы имеем? Уровень 4-го заклинания ослабления. Книга неразбериха.
ослабляет врагов в бою, расходует ману, отлично. Призыв, ну вот он нафиг не нужен. Являющийся в армии получает способность, тоже нафиг не нужно, вот это делаем. Чтобы выиграть магически, нужно изучить книги 3, 4 и 5 уровня, и тогда у вас там появляется возможность строить соответствующие здания. Но мы их строить не будем. Значит, так, ты кто? Сюда. Сюда. О, да. Сюда. О, да. Сюда. Мы сквозь него ходить не можем, но... А можем, и мы им войну объявить. Этот уже не желез будет. Ну так просто. Блин, мне вот этот гаврик нафиг не нужен. Кстати, я там по воде ходить умею. Я по воде ходить не умею. И да ладно, мне вот этот потребуется. 500 долго расти будет. С другой стороны, ну и пофиг. Так, слушай, ну ты мне вообще не нужен. Тратить деньги на твое содержание я не хочу. Где-то у нас была возможность удалить. Вот. Уволить воина. Я эту кнопку долго искал. Она находится вот здесь. Да, уволили воина, иди гуляй. Идем сюда. И вот здесь построим, как я уже говорил, форпост. Дальше что у нас тут? Все? Нет, не все. Это у нас сюда. Блин, дорог нет. Еще нет. По дорогам пойдем. Дым-ты-дым. Отлично. Кто ты? Ты смотришь, что здесь творится. Ты смотришь. И что ты видишь? Ты видишь Кристаллиус. Кристаллиус. Кристаллиус — это у нас... Блин, кто? Это гномы. Это вот эти парни. Нормально. Кристаллиус нормально. Кого мы еще ждем? Почему не до конца? Понятно. Кристаллиус нам придется обходить. Как там? Сейчас глянем, что тут. Тут, да. Занята территория. Так, ты сюда. Ой, птичка. Не-не-не. Стой. Сейчас у нас высокий трон, осада будет. Вот союзнические города. Опять съела. Ладно. Кто ты? Кристаллиус, открытые границы. Казаться нет. Я. Что мой? О, это светлое. Где мы тебя встретили? Где-то мы тебя встретили. До встречи. Никаких переговоров. Блин, вот эта ветка нужна со страшной силой. Тут плюсы за разрушенные города, за прочие фигня. У меня авторитет в гуле. Обидно, да? Так, Ультопия, воитель. Ты идешь в эту армию. Можешь дойти, так и иди. Сюда. Так, это кто? Ага, это коза. Ага, это коза. Ой, как здорово.
Так, это герой. Это просто армия. Это герой. Шаг сюда. Шаг сюда. Шаг сюда. Чего такие? Оба. Разорвать оборонительный пакт. Такие. Да ладно, ну, да вот, ну вот, ну вот, ну, ну какого? Ладно, повоюйте пока. Повоюйте пока. Не, ну это вот засада. Вот эта вот дипломатия, она вот... Я хочу ее того, а она не дается. Вот, ну как так? Ну почему? Ну зачем? Ну так нечестно. Ладно, зал каменщиков. Третья ферма. Ферм у меня хватает. Лесопилок у меня одна. После этого мне нужно что-то будет такое. Башню мага построю. После зала каменщиков. Потому что у меня все равно денег нифига нет. Зал каменщиков. 196 золота. Для гильдии нужна четвертая ферма. Четыре фермы у меня есть. Засада. Это получается, я не могу напасть на них, что ли? Не объявив войну, там все дела. Чёртова кукла. Что у меня с тобой? Договоры у нас какие? Никаких договоров у меня с тобой нет. Я могу смело тебя того. Давайте здесь попробуем. Сейчас мы его разозлим окончательно тем, что... Ты чего расходил? Тем, что... Так. Сначала этих. Нам дали воина в награду. Так, теперь ты. Нагрудник жизнестойкости. Что у нас сейчас стоит? Плюс сопротивление, магические атаки. Магические атаки. Какие магические атаки у... Ну ладно, допустим. Защита... О! Вот это правильный нагрудник. Чисто пацанский. Отлично. Так. Построить форпост. Нельзя строить форпост рядом уже с существующим форпостом или городом. Шаг в сторону придется делать. Шаг в сторону придется делать. Так, здесь ясно. Здесь мы не пройдем, идем сюда. Стоим. Что я могу сказать? Стоим. Стоим. Так, вот еще армия. Еще одна армия. Так. Ага, убежали. И тут еще какая-то. Ага, они там воюют, сейчас будут друг друга фигачить. Пока они друг друга фигачат, посмотрим, что у них получится здесь. Мы можем что-то довыдумать. Опаньки. Победил. Победил. Сейчас пойдет. Пойдет дальше. Так, герои здесь убили. Так, заявление. Где тут у нас разрешение конфликтов? О.
Блин, вот кинуть предъяву стоит бабок. Ну что за фигня? Ну вот как? Как это? Как это? Ну как? Ну хотя я могу и так уже войну объявить. То есть у меня повод для войны есть. Так что пофиг. Ну так было красиво, предъяву кинул, все дела. Так, что ты у нас хочешь? Вы раздражаете меня все сильнее? Да ты обалдел. Я ему не могу ничего тоже предъявить. Да, и пофиг. Ты меня тоже раздражаешь, поэтому сейчас мы тебя будем бить. Так, загнание, знак невезения. Наложить чар. Мана у нас в плюсах. Еще, это хорошо. Здесь побили эту фигурину. Так, присоединяемся, присоединяемся. Вот мне вот эта штука нужна. Для того, чтобы она была нужна, мне нужна. Так. Давай-ка вот. Производство. Стоянка. Здрасте, откуда ты тут взялся? Нейтралитет. Он вассальный город. Вассальный город. Арик Рекс. Ну да, мы все равно не успели здесь. Нормально. Черт. Это неожиданно, он может на меня как под... Нет, ну они обычно редко ходят по договору войны, но могут. Так, ладненько. Аккуратненько обходим. Дерево фей. Ох ты, а тут кто у нас? О-о-о. Еще один. Он тоже вассальный город, он не наш. Ну и да пофиг. Так. Здесь мы строим форпост. Начать с этого города или с... кого? Тут вот какая-то армия стоит. Судя по всему. Так, парень. Парень, парень. Так, что у нас здесь? Сам он плюс мобы второго уровня. Не страшно, здесь что? Этот и эта армия. Так, идем гасить. Идем гасить вот эту армию. Здесь? Ну, почти. Так, культопия. Этот идет сюда. В эту сторону. Ты уже сходила. Денег мало. Мало. Денег так мало. Построили. Так, о, расширяться можем. Расширяться мы можем, к сожалению. Ну, давайте вот сюда, в эту сторону расширяться. Так, что мы будем строить дальше? Гильдия купцов. Фермы есть. Нет, башня магов. И только потом гильдию купцов в следующий.
следующий раз будем строить. Что? Надо, чтобы росло вот это. У меня там есть пару приятных плюшек, которые надо вытащить. Так, соответственно, что каменоломня, бла-бла-бла-бла-бла. Вот как бы к этому пробраться. Что это здесь? Здесь мама. Часовня. В эту сторону лучше не лезть. Лесопилку давайте построим. И да, и... Делали. Так, призыв гремлина. Застрельщик. Осадный проект. Хорошая штука. Давайте. Осадные проекты. Удобная вещь при атаке городов. Так, парни. Есть. Куда уплыли? Куда ты поплыл? Да ну ладно, сейчас я вам буду тут трым-ты-тым устраивать. Нарушить границу. Сейчас мы тебе будем... До встречи. Так, мы сейчас будем разграблять, и у нас появляются денежки будут. Будем разграблять, будут денежки. Это хорошо. Так. Кирдымский конь. Тут строится. Тут строится. Сейчас мы будем... Опа-на! Нарушить границу. Объявить войну. Так, начать осаду. 4 дня. Так, так. Осадные проекты. Что мы можем? Подрывать стены. 100 баксов и все. Но тут ну и да, тут больше не надо. Ля-ля-ля, пам-пам. Чистейшее зло. Я такой. Чистейшее зло что нам дает? С водными городами минус 300. Чемерозве нейтрально или выше. Вероятность того, что случайное событие окажется отрицательным, возрастает на плюс 30. Ну, да. Я прям такой перемаш. Сам себе нравлюсь. Да-да. До встречи. Так, идем сюда. Нет, вот тут надо ходить вместе. А так можно было бы еще вот тут вот пограбить. Так, что у нас тут? Промываем. Ну, он тоже отрицательный, так что все нормально. Так, стоим. Ждем. Когда вот эти высадятся, ждем. Хочу, чтобы они высадились. Получится в два фронта, не получится. Надо будет по чуть-чуть. Там 4-3 хода осталось, да? Надо будет по чуть-чуть и грабить. Да блин, как тебя тут? А, вот следующая станция. Thank you.
чуть-чуть не дотягиваю. Чуть-чуть не дотягиваю. Так, что нам дает этот? Он нам дает воин поддержки. Нафиг не нужен. Фурия стрелок. Ну, пригодится. В тронном городе. Или в помощь вассалу. С тронного города она будет долго бежать, но добежит. Но зато у меня деньги. Нет, не буду. Денег мало. Отлично. Мне нужна гильдия купцов. Вот гильдия купцов мне нужна просто со страшной силой. Все, отлично. Фарпост. Пускай стоит. Беги, 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 беги. Так, интересно, дорогу можно, наверное, проложить будет. Он же может дороги делать тоже. Давай будешь делать дорогу до форпоста. Дым. Так, ты будешь делать дорогу. Да, вот здесь. Дым. Все, больше дорогу не делай, просто иди. Отлично. Так, а эти уплыли. Ну так нечестно. Мы живем грабежом. Могу сказать так. Десятый уровень. Так, я смогу подтянуться. Я смогу подтянуться. Я смогу, не смогу. Ладно. Мне больше тоже не нужен пока. Иди гуляй. Хотя нет. Хотя нет. А что такое красненькое? Ни на что не хватает. Так. Осадный проект увеличено количество ячеек. Здесь призывает армию. Мне где-то вот тут. Мне вот это вот надо. Блин. Пофиг, пока не надо. Экономим денежки. Смотрим, что у нас здесь. О! Вот. Что у него тут? Два героя у него тут. Так, ты ж твою мать, он высадился. Видать, еще. Давай, смотрим. А, yes, отлично. 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 Прям замечательно. Так, что у нас? Что у нас тут? Как героев сразу можно этого сюда. Ману потерять лучше. Чем золото. Так ты где тут? Так, отлично. Ладно, вернемся. Просто.
Так, что такое? Что тут такое? Маловато будет покоцанная, все-таки армия чуть-чуть покоцанная. Иди сюда. Если я сейчас нападу на него, то все армии надо добивать. Обязательно добивать. И идти дальше. Так, ферма. Идем, рушим ферму нафиг. Деньги нужны. Ты идешь сюда. Оно не захвачено. Ладно, предположим. Мы все равно будем город разрушать, так что нам все эти строения нафиг не нужны. Заодно денежку получим. Так, что ты у нас получил? Новый уровень. 7. Здесь нам надо групповые для воинов. Он доступен, только у меня вот авторитет не очень. Так, это обзор и вассала, которым перенашепчущий камень дает плюс к знаниям. Нет, ребят, не сейчас. Оу, тут была драка. Ракшти отправляется. Ну, Ракшти я отправил. Алекс Рекс, это вот этот отправился. Рыжеволосая возвращается. Ну, давайте смотреть. Так, у нас тут трупики. Трупики. Конок стрела. В тюрьме кто-то у нас. Где? Гнусные грызуны. Нет, ничего интересного у нас тут нет. У нас свои герои. Нам больше не надо. Краевой ярости. Маны нам должно хватить, поэтому будем применять. Так, это растет. Повторюсь, мы идем в Боквилл. У нас это, у нас есть еще золото. О, теперь всем другое дело. Теперь мы можем пошалить. Так, теперь мы можем тут построить приятных людей. То есть берсерк нам нужен. И повелитель Гольчу. Хорошая штука на самом деле. Вискальчик. Все. Дальше. Требуются указания. Мы здесь все разрушили. И можем пойти объединиться. По одному не ходить. А вот их мы попросим повоевать. Такое дело.
получили всяких плюшек. Здесь мы разрастаемся. Причем мы должны разрастаться. Блин, вот эта хрень нужна. Но эту хрень нужно вот отдать этому городу. Потому что без исследований, без ничего он сдохнет. Площадка. Давайте часовню, потому что маны немножко надо. Потом будем строить. Маны немножко надо. Дальше войска. Что мы здесь? Скальда можем. Повелителя гонщик построим. Так, отлично. Что мы здесь можем строить? Скальда, берсерка. Здесь мы строим берсерка. Тыдым. Книжка новенькая, отлично. Что нам тут дают? Создание сфер опустошения, рожденный для войны. Ударный воин, вот, 4 уровня. 4 уровень воин пойдет. Это у нас чары. Ну, такое себе. Нормально. Что здесь? Пожиратель хаоса. Демон 4 ранга. Массовая истерия, сосуды хаоса. Даже не знаю. Это хорошо. Разрывы хаоса. Разряды хаоса. Но он у нас призыватель, то есть это ману будет жрать. А этот будет жрать золотишко. Давайте здесь выйдем. Ну, кручу-верчу. Above all, the fray. Сразу же его будем учить. Доступен, вот, видите, доступен символ приверженности семя хаоса. Это для магической победы. То есть мы изучили все 3 уровня книжки, и теперь в одном из городов можем построить семя хаоса. А по одному в городе можно строить вот эти фиговины, насколько я понял. 2 в одной построить нельзя. Но, кстати, у меня не получалось. Поэтому 3 города нужно в любом случае. В любом. Так, здесь еще один ход до того, как. И тут что-то к нам бежит. Ну и пускай бежит. Мы же не против. Всяких там бегунов. Ты бежишь сюда. Так, здесь. А что я могу здесь сказать? Вот здесь мы идем сюда. Есть, пей. Будем вас там немножко терроризировать. Что у вас здесь с армией? Нормально. И да, вот, в общем-то, армии там нет. Ферму тут сразу сделаем. Деньги себе возьмем. Меня интересует вот эта часть. Успеет он прибежать на защиту? Или нет? Не успел. Значит, мы начинаем атаковать. Дымский конь. А, все, там же не было никого. Отлично, у нас получилось взять этот город просто так. Так, что мы с этим городом делаем? Или мы его еще не взяли, я не понял. Героям на него нужно зайти. Да. Автобитва. Ошибся, это не мой цвет. Он был не мой. Так. Город. Делать вассальным такое. Ну, он, конечно, будет нам кое-что приносить,
но потом у него благосклонность к нам упадет. Присоединять мы его не будем, или... О, у меня плюс один город можно сделать. Присоединить мы его можем. В принципе, он будет находиться где-то в жопенях, и на него особо лезть никто не будет. Как вариант. А еще мы можем заселить нашими землероями. Что это город не просто город, а город кротов. Туда переселятся кроты и будут тут. И будут тут того. А, ну, это видите сразу к минусу. Но мы и так куда уж там. За три хода мы делаем город своим. Четыре города. Нужен ли он мне? Вот в чем весь вопрос. Так, вот этот сразу стал против нас воевать. Ну, давай попробуем. Так. Четвертый город. Его присоединить. Или башню ветров. Ну, тут 8. Или все-таки, как я планировал, вот этот город присоединить. Хороший вопрос. Вот этот город я присоединю, скорее всего. Давайте пока тут начать. Здесь попроще будет. Так, что у него? Стены есть. И это, значит, нам нужно подорвать стены. И нам нужно... Вот видим, осадный проект мы изучили. И нам нужно уничтожить укрепление. Это вот эта фигня. Сколько я понимаю, уничтожить укрепление. И пускай тут потихонечку осада ведется. Войск там у него не то чтобы много. Поэтому этим мы можем побегать и немножко денежки пособирать. Оп. Там мы сейчас немножко денежки пособираем. Хотя потом, конечно, все это восстанавливать придется. Если я этот город возьму. Да ладно. Да что ты говоришь? Да иди в жопу. Извините. Так. Ну что будем делать? Если я его разрушу, я получу 800 балды. И я его разрушу. Пока он разрушается, мы можем пойти и немножко денежек. В исследовательской лаборатории мы не можем. А, уже не можем. Город уничтожается. То есть сначала нужно грабить караваны, а потом заниматься городами. Понятно. Теперь вот с этим вот надо будет разобраться еще. А после того, как мы тут закончим. Так, идем сюда. А вот у нас тут есть, где грабить караваны. Так. Ладно. Интересно, вот этот сейчас пойдет на меня сюда, тут армия или не пойдет? Есть ли у него тут армия как таковая? Иди, ясно. Ты интересный такой. Это с этой. Мне пофиг. Что у нас тут? А что это означает? А, это под землей кто-то. Монетный двор сделали, все, денежки есть. Так, отлично. Я хочу присоединить... Что я хочу присоединить? Вот она. Это я хочу присоединить. Пускай будет. Давай смотреть. Монетный двор сделан. Значит, мне нужна мана. Мана нужна. С этим все хорошо. Каменщики, то да сё. Каменщики тоже хорошо. Мне нужна сейчас мана. Мана.
Ой. Иди-ка сюда. Там, понимаешь ли, все воевать начинали. Так, ты. Рудник мы можем разграбить? Не можем, он того города. Этого очень даже неплохо вот эту маничку сюда впихнуть или в какую-то армию. Нет, здесь нормально. Вот сюда магичку впихнуть надо будет. Здесь три ближнего боя, хотя это тоже без героя армия, так что понял. Так, ты иди сюда. Сюда. У нас там людей не хватает. Как устроим? Строим кого надо. Так, 51 ход. Ну, думаю, на этом пока сохранимся. И продолжим позднее.